Здравствуйте. 31 мая в Краевой филармонии пройдет фестиваль «Все будет джаз». Сегодня у нас в гостях организатор фестиваля, руководитель джаз-арт-бенда, известный музыкант Виктор Алексеевич Монаков. Здравствуйте, Виктор Алексеевич. Здравствуйте. Немножко о самом фестивале. Он краевой, межрегиональный или, может быть, общероссийский? Ну, будем считать краевой, краевой и да? межрегиональный, но... В зависимости, сколько гостей у нас будет. А будут гости? Приглашали кого-то? Ну да. Из Бийска у нас будут гости. А из Новосибирска, Кемерово? Там же в Новосибирске, по крайней мере, достаточно сильные коллективы. Они же постоянно к нам в филармонию приезжают. Да, люди на них идут. В основном мы приглашаем их вот где-то в декабре, в ноябре. Вот этих всех приглашенных. Ага. Ну, все зависит, да. от, как говорится, от финансов. От возможности приехать, да. А в этот раз какие коллективы будут участвовать? Давайте тогда поподробнее расскажем. Ну, Jazz Art Band, наш коллектив известный. Music Box Сергея Мандыча. Вот там и музыкант. Они, по-моему, из Бийска, да? Нет, я ошибаюсь. Они местные, но там музыканты есть, есть из Ростова. Ага, ага. Вот такой сборный коллектив. Mm-hmm. А вот. Как, они приезжают поиграть и потом опять разъезжаются? Ну, да? Бывает и так, бывает и остаются. Понятно. А потом уезжают. Хорошо. Вот. Jazz Comfort, это Андрея Земского, тоже известный коллектив. Русский камерный оркестр Кузнецова. Да, да. Это очень интересно. Да. Они джаз будут играть сейчас, да? На балалайках. Да. Не, ну да, я говорю, это очень интересно. Они вот в декабре у нас участвовали в фестивале. Но это экзотика, это интересно, конечно. Вот. Ансамбль под управлением Константина Свиридова. Вот. Ну, это тоже неизвестный коллектив, они вот первый раз у нас, это молодые ребята совершенно, как говорится, пацаны, но такие перспективные, и, ну, это надо смотреть, рассказать так невозможно. А что за коллектив вот этот, молодые? Они играют современный джаз такой, вот. А что, вот что вы вкладываете в это понятие современный джаз? И вообще, в принципе, что это современный джаз? Он более, скажем так, попсовый, да? Более эстрадный. Вот что это такое? Есть танцевальный джаз, да. Есть классический джаз, есть джаз-рок. Ну вот они что играют? Вот, они элементы из джаз-рока играют. Ну такой фьюжн джаз такой. Вот. Ну, как сказать, современный такой джаз, которые некоторые люди даже не слышали. Но это надо смотреть и слушать, потому что все так за 10 минут не рассказать. Вот. Конечно, но музыку, да, ее действительно надо слушать. И выдавать карты, как говорится. Лучше прийти и посмотреть, и послушать. А вот вы говорите, молодой коллектив. Это барнаульский, да, молодой коллектив? Да. А вообще сейчас молодежь играет джаз? Потому что, ну вот я достаточно редко вижу какие-то, чтобы появлялись такие джазовые коллективы, да и фестиваль, получается, ну два раза в год, вот, да, проводят такие вот джазовые мероприятия. Нет, есть коллективы? Да, вот, допустим, 8-я музыкальная школа наша городская, да, у них там биг-бенд, большой коллектив, вот. Ну, в этот раз они не будут участвовать у нас, но я думаю, мы их пригласим зимой, осенью, как там состоится у нас фестиваль. Вот. Большой коллектив и очень хороший. Вот. Это, ну, молодые все ребятишки, вот, играют джаз. Есть коллективы, вторая музыкальная школа у нас тоже джазовая такая, вот. Ну, видимо, это зависит от преподавателя, да, от педагога, который, конечно, может быть, ориентирует, конечно, их, да, вот, допустим, на такую, допустим, такую, да, музыку играть, да? Допустим, вот у нас играет саксофонист, да, он преподает там во второй музыкальной школе, да. Соответственно, там, вокруг него, да, ребята собираются. Там есть пианистка, она преподаватель тоже, она сама джаз играет. Ну, все зависит от того, кто у руля, как говорится. Ну вот они сейчас играют, да, все понятно. Получается, это музыкальные коллективы при школах, да?
А потом они выпускаются, они сохраняют вот этот вот коллектив или все-таки разбегаются кто куда? Вот я просто вот думаю, вот смотрите, вот вы собираетесь на фестивале, да, там, это понятно, но вот вы немножко поиграли, а потом есть возможность где-то выступать, но в том числе и за деньги, потому что, ну, это же тоже важно, нужно же, музыканту же постоянно надо выступать как спортсмену. Ну, есть если возможность? Музыкантов приглашает, то, конечно, платят. Ну, а приглашают? Вот, приглашает. Ну, вот таких известные коллективы в основном. У нас, как говорится, почитатель такой привередливый, он, вот, допустим, знает наш коллектив или там Зимского там, да. коллектив. Ну, вот, который на них идут, да? Да. Они их приглашают там на... всякие вечера, там, ну, дать им концерт, угу. там, небольшой. Корпоративы, там, может корпоративы, быть, да, то есть там юбилеи да. где-то, да, да, поиграть легкий джаз такой. Вот, ну, нас и приглашают и во многие города Сибири, вот, но не только Сибири, и России. А там что, фестивали, сейшины или прям пока с концертами вы ездите? Да, там, вот, допустим, в Кемерово, Новокузнецке, ну, вот большой фестиваль себя проходит в Новокузнецке, но там есть, как говорится, за что ехать. Ага. Вот. И там и фестивали, там коллективы много приезжают с Америки, вот, со всех, с Европы. А там что, спонсор какой-то? Или это область, там, Кемеровская область поддерживает сама, областное это правительство? Раньше Тулеев поддерживал, под патронажем Тулеева. Но сейчас я не знаю, там новый сейчас, как говорится, губернатор, так что... Не знаю, как он будет поддерживать это направление. У них в Новокузнецке свой джазовый клуб «Геликон». Вот, там проходят у них зал, там, у них проходят там фестивали. Вот. Ну, шахты, металлургия – это деньги. А у нас, как говорится, ничего нету. Ну вот возвращаясь к этому фестивалю, все-таки это фестиваль, не концерт, да, я понимаю? Да. Немножко о самой программе расскажите, кто, когда будет выступать, и это будет просто выступление, или может быть там тоже там импровизация, игра с залом, там, ну, что, как это будет выглядеть? В основном мы не говорим, кто когда будет выступать. Ну нет, порядок не вот, важен там, я думаю, может быть что-то как-то... Я перечислил коллективы, угу. вот. В основном, вот, допустим, джаз арбент, он классический джаз, ну и элементы угу. джаз-рока. Вот. Music Box, они играют в стиле джаз-рока. Интересно вот. Послушать. Да. Джаз Комфорт тоже джаз-рок и классика джазовая. Ну, камерный оркестр Кузнецова, да. они играют классику джазовую. Вот. А в общем, сколько будет концерт по продолжительности? Часа на два вы рассчитываете? Да. Или тоже так до последнего, скажем так, нет, гостя? Мы не хотим, чтобы народ уходил. Ну, уставал. Да. Лучше, пусть чуть-чуть не хватит, чем передержать лучше, это. Да, чтобы немножко голодным уходил, да? Да, ну, я думаю, два с половиной, самый большой два с половиной. Джаз – это такая музыка, да. не такая уж и простая, легкая. Ее нужно понимать, и нужно усилия, чтобы, так сказать, ее понимать и слушать. Ну, у нас зритель приходит, они все понимают, что такое джаз. Он же не придет, если он любит цыганщину, да, он не придет на джаз никогда. Так же... Вот, Виктор Алексеевич, а в Барнауле могло появиться джазовое кафе? Вот есть публика такая в городе, которые бы ходили бы, ну, я не знаю, это хотя бы 2-3 раза в неделю, конкретно на джазовые вот концерты, там, выступления? Ну, вот конкретно не клуб даже, а кафе хотя бы вот такое. Возможно, ну, пусть там кухня будет, все нормально, 60, как обычно. Я 68-го года провожу фестивали. Угу. 68-го года, да? Это, вот. Это срок. Да, это срок. Вот. И мы уже пытались сколько сделать джазового кафе. Но тогда при советской власти как-то, я думаю, было как-то ближе к народу, как говорится. И хоть и говорили, джаз – это музыка оттуда, это не наша. Вот, но как-то и партия помогала немножко, и город помогал. Виктор Алексеевич, ну будем надеяться, что у нас тоже ситуация изменится. Вас поздравляю, получается, с 50-летним сроком. 50 лет вы уже проводите эти фестивали, если 68-го года. Да. Удачи вам, здоровья, в первую очередь. Побольше радуйте нас вот такими мероприятиями. И до встречи в Краевой филармонии 31 мая на фестивале. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что у нас в гостях был организатор фестиваля «Все будет джаз», руководитель джаз-арбенда, известный музыкант Виктор Алексеевич Монаков. Спасибо за внимание. До встречи.